Как всегда, новый день встречаем с программой «Утренний фреш». Я, Анна Корольчук, в этом выпуске расскажу о некоторых актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими интересными фактами, которыми пестрит всемирная паутина. Поехали! Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность. Осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха составит 10 градусов тепла. Ветер северо-западного направления скоростью до 8 метров в секунду с порывами до 13. Продолжение темы. В Беларуси сегодня местами пройдут кратковременные дожди. Днем температура воздуха поднимется максимум до 14 градусов. В выходные ночами станет подмораживать. Во второй половине субботы будет сухо, а температурные показатели не превысят пятничные. В воскресенье после обеда местами пройдут дожди. Температура поднимется в среднем до 13 градусов. Согласно долгосрочному прогнозу погоды, апрель в Беларуси не будет аномально теплым. Температура воздуха будет колебаться в пределах 7-15 градусов. Но поживем, увидим. Далее о новостях из мира культуры. Музей истории печати и фотографии Гомельщины представляет работы фотографа Сергея Курила из Гродно. Выставка под названием «Чернобыль. Исчезновение в разрезе» приурочена к 34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Это своего рода попытка заглянуть вглубь одной из мощнейших катастроф 20 века. Фотоработы, которые можно увидеть на выставке, созданы на территории Брагинского района, в основном в сельской местности. Познакомиться с ними можно до 9 мая. Если вы когда-нибудь хотели заглянуть в тайну создания анимации, то это ваш шанс. Сделать это в скором времени предложит картинная галерея Гавриила Ващенко. С 15 апреля по 10 мая там будет работать выставка «Play. История мультфильмов». Сегодня мультфильмы создаются в основном с помощью компьютерной графики, и посмотреть их можно на любом гаджете. А когда-то для их просмотра использовались разные приборы и устройства. Как раз с ними можно познакомиться на выставке. Также гости галереи смогут полистать комиксы, посмотреть кадры из мультфильмов первой половины прошлого века, примерить уши Микки Мауса в фотозоне. А тем, кто умеет смеяться над собой, предложат посетить уголок кривых зеркал. В нем можно будет понять, что чувствовал волк в одной из серий любимого многими мультсериала «Ну, погоди». Во дворце Румянцевых и Паскевичей начинает работу выставка «Избранные святые». Иконы, выполненные в традиции резной иконописи, представит Владимир Куклин. Образы созданы по канонам древнерусских прорисей. Более того, автор уже в течение долгого времени занимается реставрацией икон. Познакомиться с его работами позволит выставка, которая продолжит работу до 17 мая. Говорят, что старые часы показывают прошедшее время. Так ли это? Попытаться ответить на этот вопрос могут посетители выставки «Отмеряя времени ход». Коллекция часов в собрании музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля – одна из самых захватывающих. Она дает представление о том, насколько разными бывают хронометры. Мини-выставка открылась в центральной части дворца. Его гости увидят часы, которые были изготовлены и использовались в конце 19-го – начале 20 века. К следующим новостям. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины открывает набор по трем специальностям. Новые направления предлагают на трех факультетах. Освоить курс «Прикладная информатика. Программное обеспечение компьютерных систем» можно будет на факультете математики и технологий программирования. Выпускники смогут заявить о себе как проектировщики информационных систем, менеджеры программных проектов, специалисты по тестированию программных продуктов и преподаватели в сфере информационных технологий. На историческом факультете впервые будут набирать студентов на специальность «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций, международный туризм». Выпускники будут трудиться в туристическом бизнесе. А набор на специальность «Русский язык и литература», «Иностранный язык, английский» откроется на филологическом факультете. По всем новым направлениям предусмотрена дневная форма обучения. В
Гомельской области стартовал онлайн-фотоконкурс «Первомай в истории». Принять в нем участие могут жители нашего региона, представители профсоюзных организаций. Для этого до 15 апреля организаторам нужно предоставить заявку и фотографию первомайской тематики. Снимки принимаются в номинациях «Авторская фотография» и «Архивная фотография». В каждой из них будет отобрано 10 лучших фотографий для участия в онлайн-голосовании с 20 по 27 апреля. По его итогам определят победителей, которых ждут подарочные сертификаты. В Гомельской области стартует конкурс на лучшего общественного эколога. Его цель – пропаганда знаний об охране окружающей среды и природопользования, сохранение природной среды, а также повышение эффективности работы общественных экологов. Итоги подведут в конце мая. Имена победителей станут известны после рассмотрения материалов конкурса. Фотоконкурс «Вера глазами молодых» объявлен для фотолюбителей в возрасте от 14 до 40 лет. От каждого автора принимаются до 3 работ – цветных и черно-белых. К снимкам понадобится приложить описание. Жюри оценит оригинальность работы, технические качества, композиционное и цветовое решение. Конкурс проводится в 2 этапа. Заявки принимают по 1 мая. До 15 мая будут подведены итоги и определены победители. Для участников, работы которых не заняли призовые места, но были отмечены жюри, предусмотрены поощрительные призы. В море у берегов Австралии стоит заросший мангровыми деревьями корабль 19 столетия. То, что сейчас выглядит как продуманная инсталляция, на самом деле остатки судна. Прежде чем сесть на мель, корабль долгое время ходил по морям. Теперь его корпус оказался в плену природы и стал домом для мангрового леса. Деревья, которые приспособлены к жизни в непростых условиях, отлично прижились в обломках корабля. Судно находится под защитой, поэтому для развития уникальной экосистемы созданы все условия. Необычный объект уже популярен среди туристов. Немного о братьях наших меньших. Специалисты выяснили, кому отдают предпочтение кошки – мужчинам или женщинам. Оказалось, что эти питомцы чаще привязываются к представительницам прекрасного пола, с которыми у них устанавливается более тесная связь. Ученые считают, что это легко объясняется психологией. Как правило, женщины более заботливо относятся к питомцам, в то время как мужчины в подобные вопросы вмешиваются куда реже. Поэтому, если представители сильного пола тоже хотят получать любовь своих питомцев, то им нужно проявлять больше заботы и внимания по отношению к кошкам. Как всегда по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20:25. Не упустите хорошую возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, присоединяйтесь к нашему разговору и делитесь вашими историями. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управления комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в понедельник в 19:20. Номер телефона прямого эфира 34-0043. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Анна Корольчук. Сегодня пятница, а это значит, что впереди выходные. Желаю продуктивного рабочего дня и только хорошего настроения. Увидимся на следующей неделе.